перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Мать по рекламу, мой хуй на этом, блядь, на стриме. Скажи, у него охуенный хуй. Я знаю. Так, надо зажигалку. Запустил? И там свет включить, да. Йо-йо-йо-йо. Пошумим, блядь. Динамик пальцем закрыл. А что, так нормально, нет? Нихуя, как он это увидел? Как ты это увидел? Сейчас нормально слышно, нет? Не слышно? Да ебаный в рот. А у тебя есть наушники? Вообще есть. Где их взять? Сейчас, пацаны, наушники приведем. О, Маш, привет. Теперь заебись, слышно. Сейчас, погодите, еще наушники принесу. Персонаж кричит. Да, персонаж. Персонаж. Сейчас, секунду, пацаны. Так должно быть нормально слышно, да? Здоров, 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 всем привет. Я в Питере. Ты где, рэпер? Я в Питере. Тут, короче, у нас вот так вот. Вот такой вот вид из окна. Тут выпускали салют недавно. О, я сам себе лайк поставил. А, нет, это кто-то другой поставил. Бля, ну... Сука. Чё за сука? Сука, я знаю тебя. Салют, ныга, ты откуда такой? Я из Бурятии, бро. Родился. Поселок Селенгинск, короче. Ты теперь как порядочный рэпер ведешь прямые эфиры, да, стопудово, бро. Я просто решил посмотреть, короче, сколько после версуса человек меня будет смотреть. Какой у меня рост? 197, бро. 197. Кого видел, Виталий? Я не понял, кого ты видел. Ой, про кого ты спрашиваешь? Ой, Соня, привет, Соня тут. Бля, ну 11 человек, бля, ну это пиздец. Да, 11 человек просто пиздец. Итак, хочу сказать людям, которые здесь присутствуют. 7, 197, хуя шпала. Бля, дылда ебаная, короче. НБА смотришь. Шпала, бля. Ну, слушай, я люблю баскетбол, но не особо как-то, короче, в свое время следил за этой хуйней всей, и поэтому... Старина, когда следующие похороны? Бля, следующие похороны скоро, короче. Вот у меня недавно бабушка умерла. Ладно, шучу, моя бабушка жива, мир ей. Вот, я ее люблю. Вот, но если ты спрашиваешь про батл, то я хуй знаю, братан, посмотрим, короче, что будет дальше. Какая хуйня. Я думаю, мы покурили. Так, мы находимся в Питере. Сейчас мы будем пить когорское вино, нахуй, блядь. Бля, 5 человек, прикинь, все, было 10, стало 5. Все, ты не те.
Я не популярен, я не интересен людям. Уже 4, пиздец. Ну, короче, это был небольшой, короче, чек. Насчет моей. Что сказать-то хотел? Я хотел сказать, короче. А, кстати, сука, как тебя зовут? Просто не кажется, что я знаю тебя. Нет, я тебя не знаю. НБА смотришь. Бля, это они типа из-за панча про Майкла Джордана пишут или что? Мне кажется, из-за роста. Из-за роста. Ну и из-за того, что я рэпер. Да тебя боятся смотреть неадекват. Да, Сонь, я неадекват. Да. Злая хуйня. Короче, я хотел сказать, что типа мне не понравился мой батл. Блять, я думал, будет хотя бы человек 20. Ну так ты, блядь, это... Блядь, подписывайся на канал, нахуй. Подписывайтесь на канал, и да, там, короче, скоро будет много треков, много будет нового дерьма. Вы все сами лично можете увидеть. Ты в Твиттере писал. Да, писал. А, насчет того, что хуёво батл. Да, это точно. Ну, может, просто ты не видел. Поподробнее можно, почему не понравилось... Ну, короче, ебаный текст и перенервничал немножечко. Ну, было заметно, что я как-то слишком импульсивно подошел к этой хуйне, ко всей. Вот, и поэтому... Ну, со стороны было реально, типа, когда я первый раз смотрел, я прям все ебал и все разбил нахуй в кровь. Потому что, ну, я не знаю, мне было очень стыдно. А, в натуре, слушай, все салют смотрят, поэтому у тебя так мало, типа. А, все смотрят просто, салют. Сейчас, короче, все салюты придут и прям завалятся за миллион, блядь, просмотром вся уже. Я просто подумал, что ты говоришь, типа, все смотрят. Ты меньше? Салют, типа, меня все смотрят. О, не расстраивайся, парень, тебя смотрят. Йоу, салют. Да, салют. Тебя смотрят, салют. Вот. Такая хуйня. Антонов, Никита, вас... смотрит. Привет, Антонов, Никита. Блять, я видел, у тебя палец потянулся помахать, ему не помахал. Ну ладно, давай, бро. Антонов, Никита. Блядь. Удачи в сезоне. В каком сезоне? Я еще не знаю, прошел ли я, братан. Вот, посмотрим. Но скоро все станет известно. Короче, вроде как в пятницу выкладывают видос, где менторы отбирают себе чуваков в команду. Вот поэтому я бы запятую поставил. Ой, Аласторка. Ты девочка, да, значит? Не смотрю девочки. Да. Я интересен девочка. Не, извини, я просто подумал, может, какой-нибудь маленький школьник, который, ну, не может. Так спойлеры уже давно слиты. Какие спойлеры? Ну-ка, расскажи мне, пожалуйста, я просто не знаю никаких спойлеров. В комментах на Ютубе батл засрали, но мне понравилось. Буду ждать новых крутых штук. Это плюс тебя от души, бро. Посмотрим, короче. Я сделал, точнее, я принял решение, что если я буду в дальнейшем батлиться, и на следующем батле будет пиздец мясо, я вам отвечаю. Короче, на самом деле уже всех отобрали, и никого не взяли, взяли только тебя, на самом деле. И типа, ну, весел закрыли и сказали, мы будем, блядь, только... Я выиграл фрешбат уже, все. Это моя последняя... После «я твой страх» сразу же, типа, блядь, все испугались, убежали. Да, да, да. Будет больше фрешбата, ребят. Ну, в комментах, кстати, короче, мне... Очень резко, короче, разделились мнения, то есть либо были чуваки, которые прям хуесосили меня, я так усывался вообще вчера со своих, ну, с комментов, с подбатлом, вот, либо чуваки, которые говорили, что прям все от души сделал, вот, но это на самом деле прикольно. Ну, типа, что ты в команде Окси, лол. Я в команде Окси, лол. Лол, я в команде Окси. Бро, о, брудяшки, Витя, Паромыч, оба, оба пародром, Паромыч, здорово! Оба паром! Оба пародром! Оу! Брудяшкин подъехал! Оба Нарек, здорово, бро! Нарек, братишка, это наш, вот тут Саша сидит. Нарек, Нарек, салют. Давай, паром, я даже тебе помашу, помашу у Гагракаша. Нарек, Нарек, чё, как тебе батл, Нарек? Как тебе батл, кстати, Нарек, рассказывай. Ты чё-то ничего не пишешь в нашу группу. Мне интересно. Вот. Парадромыч, нахуй, ты что-нибудь, сука, напиши тут, блядь, иначе я тебя разъебу, блядь, я тебя вызываю, нахуй, на Versus Battle против Оксимирона. Happy the first, привет, happy the first. Давай я тебе помашу даже, потому что человек мало, я могу всем махать.
О, Happy the First помахал мне в ответ. Прикольно. Нарай, как тебе батл? Я, блядь, не слышу, нахуй. Почему ты молчишь? Да, давай порно включим на заднем. Порно? Да. Да, окей. Будем знать путь. Охуенный батл. Включи, пожалуйста, Skepta Live VD. Че мутишь? Я сижу, винишко, короче, бухаю. Смотрим. А, сука! Паромычу! Спасибо, Нарек, да. Ну, я Что на это написал? хуёвый батл, бро. Он написал, что охуенный батл. А, сука, брудя! А, сука, пародром! О, Паромыч! Так, стоп, не то, походу. Да, не тот видос. Вы знаете, кто такой нахуй Скепта, блять, а? Да, все знают, кто такой Скепта, наверное. Чувак, я кекнул, все заебок. Нарек просто кекнул. Вик Пахан, здорово. Скепта, да, один из грайм-легенд. Но сегодня грайм уже звучит абсолютно по-другому. Он звучит таким голосом. Как твой батл? Нет, он звучит этим голосом, которым вы сейчас наслаждаетесь. Вот так звучит настоящий грайм, короче. Вот если вас наберется сейчас, блядь, 20 человек, пацаны, я вам отвечаю, я вам нахуй прочитаю свой трек. Я вам серьезно Брат, говорю. нет, 20 мало, давай, короче, Не, 10. не, не, 20 человек, пацаны, я читаю свой трек новый. Слава, привет, оба, Стасон, здорово. Стасямба, здорово. Ой, Стас, ты сейчас где вообще сам находишься? В какой части мира? Ну все, пацаны, 20 человек собираем нахуй. И я ебашу трек новый. Прямо сейчас Сейчас выходим фристайлю. ВКонтакте, все пишем, там Микси трек читает, пацаны, Да, заходите, да. блядь, на Инстаграм. В Ведь все, Казахстане. сейчас пойдет разъеб, ребят. Дома у своих. Вот. Ты недавно, кстати, приезжал как раз таки от души, бро. Ну, на самом деле, хуёво батл, мне не понравился. Дальше будет пизжи. Стопудово. Ты, кстати, приезжал в Томск в то время, как раз таки, когда я вот уезжал на отбор, видимо. Или дома я был, я не помню. Я тебе говорю, короче, дальше будет вообще мясо, нахуй. Дальше будет такой разъеб. Надеюсь. Конечно же. Лерика Эйприл Джоин. Привет, Лерика Эйприл. Блять, не набирается, короче, народу. Звала знакомую только что, она меня нахуй посылала с моим рэпом. Ну и ты ее нахуй пошли тоже. Ты понимаешь, что он? Твоя Скажи, знакомая уебаска ебаная, пошли, блядь, нахуй. пошла нахуй со своим не рэпом. Рэп это, блядь, круто, нахуй. Рэп это как аниме. Хотя, блядь, аниме, походу, круче рэпа. Да, аниме круче рэпа. А что, кстати, за аниме про этого, блядь? Куросаки еще? Да Да. это Блич ебаный. Да? Угу. Бля, Блич не попса, В да? Твиттере Блядь. написала, ну хз. А как тебя зовут, сука? Просто... А, у нее никса, сука, я думал, нихуя ты охуевший. Как тебя зовут, сука Как сука ебаная? тебя зовут, блядь? Не, ну мне просто реально интересно, что за человек будет подписываться, сука. Аниме Левая, да блин, Соня, аниме это реально пиздата, ты просто еще не вкуриваешь. Вот подрастешь, когда будешь, блядь, понимать нахуй, что аниме это пиздата. Так, Солохина, привет, Дана Стейвер, привет, и когда дропнешь трек новый? Ну, у меня уже записан трек, но он мне что-то не понравился, вот я, короче, не буду его пускать. Увидели вот танк, нахуй, о, бля. Йо, это Микси Мадафака Микс, но мои кореша зовут меня просто Микс. Твою натуру выдают желтые пятна на твоей простыни. Просто вник, не придурок, твой косяк передавать тубик по кругу. Но я прилечу тебе так сильно, будто бы я микстура. Аниме охуенно, но только Миядзяки обожаю. Да бля, Миядзяки это типа такая полнометражная, типа хуйня. Ну типа да, есть пиздатые анимешки.
Мне нравится. Нет, Люмердулине, привет. Бля, я из-за тебя обронил нахуй на себя кириешку. Ты видишь ее, блядь? Вот эту нахуй. Вот она, блядь. Я ее даже подниму и съем. Бля, братан, давай, короче, когда у тебя будет куча денег, мы ванну кириешек наберем, заебал. Ванна кириешек? Не. Я хочу, короче, использовать ванну с доширангами. Леонид, да, Леонид шабит. Леонид, чё шабишь? О, Варя, привет. Варя, это с Томска наша знакомая, да, девочка. Поли любимого аниме-персонажа. Любимый аниме-персонаж. Короче, есть такое аниме. Мне его посоветовал Паромыч. Хантер Хантер, короче, не знаю, смотрели его, нет. Вот, там есть такой тип Килуа. Вот он пиздатый, короче. Мне он нравится. Он на скейте еще катается, вот поэтому он крутой. Привет, привет, Варя. Ну, 12 человек, на самом деле, я не думал. Да еще 8, и все, и пойдет жаривать. Нужно дойти, короче, до 20-ки. Я тебе, вам говорю, ребят, вообще 20 человек. Я читаю лайвом сейчас вам отрывок из нового трека. Если будет, короче, 30 человек, мы просто стучимся в рандомную квартиру и читаем, короче, рэп. Ну, типа, да, да, да. Я могу бы забатлить за седы. Да, да, да. 30 человек набирается, я... батлим за седы. Да, окей. Это челлендж. Да, бля, просто долго думал, ничего нормального не пришло в голову. Вот, бля, так вот запомнил, да, и все. А, ну да, называется, сука, это очень запоминающееся. Бля, давай придумаем какой-нибудь жесткий челлендж на 100 человек. Прикинь, я бы был, типа, ну, таким рэпером, сука, короче. Не говорит ресторатор, типа, МС слева, представь, я такой, сука, я сука. Не, мне понравилось, как тебе рэп сказал, типа, МС слева. Он просто говорит, да, ну, МС слева, представься, МС слева. О, не, не понимаю, о чем ты. Ну, короче, сегодня я понимаю, до 20-ки стопудово не дотянем. Поэтому. Сидим и щелкаем хусарики. Щелкаем сухарики. Подороже, подешевле. За 19 рублей. За 19 рублей, нахуй, кириешки со вкусом салями. Это, блядь, топ, нахуй. Я вам серьезно говорю. Вино, по-моему, 120 рублей стоит. И вино за 120 рублей. Ну, настоящая рэперская жизнь, вы вкуриваете, да? Вот. Ну, короче, никакой активности не происходит. Я думаю, пора закрывать всю эту хуйню. Хуй сурики. Слышь, Паромыч, нахуй. Ты нахуй пародром завязывай базарить на меня. Я тебя нахуй, блядь. Ты чай вызову на батл, ты охуеешь потом. Вот прикинь, Паромыч, меня потом будут, короче, смотреть. О, Перченкова, привет. Прикинь, по-моему, сейчас меня будут потом смотреть, короче, ну, типа, там сотни людей, там, то есть, ну, 300-400 человек, я такой буду орать, парадром, сука, и все будут знать, что такое парадром. Вот сменю и не узнает никто. Сменишь ник, типа, или что? Привет, Перченкова. Перченкова, ты не сестра Руслана Перченкова, случайно? Мне просто интересно. В смысле завязывают? Это сын богатеньких родителей, мама в Штатах, папа в Германии, пока сыны в Питере тут наплясывают, но раз твои шнурки по разные стороны, это значит завязывай. Понял, сука, займись собой, блядь. Рэп это не твоя, Паромыч. Да и творчество в целом, по сути, скажи спасибо мне, что я не сосал твой хуй. А, да, вообще-то, ты сестра Руси Перченкова, привет. Руся был на моем первом батле. На моем первом батле. Я надеюсь, что он не последний. Но, может быть, последний. А мы с тобой как-то встречались лично вообще, не знаю. Просто не уверен в этом. Бля, позвать ПМа, короче, может. Как тут, это типа... Можно, да, типа, приглашать? Да. Чисто давай Оксимирон позовем. Окей, стоим в следующему эфиру, ник сменю. На что сменишь? Давай, короче, я тебе сейчас говорю, на какой ник сменить, и ты меняешь на тот ник, который я тебе говорю, окей? Это знакомая твоя какая-то, или это рандомный? Да, какая-то девушка. Мне нужен ПМ.
Вызываем ПМа. Прием ПМа. Оба вызываем ПМа. Отказался? Я не знаю. Тебя нахуй послал. Сука, ебучий ПМ, блядь. Он думает, что ты не пройдешь. Да он сам, сука, не пройдет, нахуй. Каюк 80-100. Привет, Каюк 80-100. Давайте я даже помашу ручкой. Пока вас мало. Го. Так, короче, смотри, сука. Пимпл 123, привет. Привет, что я пропустил. Ты пропустил мою реакцию на мой батл. Я сказал, что это хуёвый батл. Деньги на бухлишко насобираю. Пацаны, заебали, блядь. Скиньте деньги. Так, смотри. На бухло. Привет, Галян. Вот так вот сделаю даже. Всем салам. Надо, короче, девочке придумать ник, на который она его сменит к моей следующей трансляции. Бля, я хуй знает. Что-то мне не приходит никаких идей нормальных. Ну, типа, надо со ссылочкой. Короче, смотри. M-E-E-X-Y-N. Bitches, то есть, типа, mixing bitches. Или миксин, сука. О, давай, сука, микси, да, давай сука, вот так вот. Сука, микси, короче, вот так нормально будет. Ты красава, я вангую полуфинал тебе. Бля, почему полуфинал, чувак, блядь? Какого хуя полуфинал, понимаешь? Типа, то есть ты сразу, ну, меня так определяешь на второе место, да, значит? Ну, бля, это хуевое дерьмо. Ты красава, в первом раунде вылетишь. Ты вообще молодец. Ну, короче, нормальный инст, привет. Нормальный инст. Нихуя ты не нормальный, блядь, потому что нормальный инст. А блядь, если в полуфинале, то кто в финале будет, по-твоему? Собака сутулая. Кто в полуфинале будет? Не, ну вот если он говорит, то, что ты будешь в полуфинале, то кто типа в финале? Ну, короче, Object будет 19-17. Сектор. Они там вчетвером будут батлиться против ресторатора. Мы уже отсняли финал, кстати. Собака сутулая, ну я не знаю, как-то типа слишком просто. Андрей Ревенсу. Здорово, Максон, какие у тебя планы на 4 ФБ? Бля, ну на 4 ФБ планы пройти бы хотя бы. Понимаешь? Ты видишь нахуй этот шрам? Ты видишь его, сука, блядь? Вот он нахуй. Завязывай. Вот, если пройду, то, ну, типа, выебать всех. И Версус Донецк, да, это зашквар ебаный, этот ебучий негрила, нахуй. Батлился на Версус Донецк, это просто, блядь. Ёб дур, садаб, собака сутулая. Просто не бояться экспериментов, я за тебя топлю по-любому. Ну, короче, смотри. Это был не эксперимент. Андрюха, оу, Андрюха, саламчики, саламчики, привет. Это был... Кириешка застряла. Это был не эксперимент. Это, короче, была моя импульсивная подача, короче, понимаешь? То есть ты такой выходишь, твой первый батл в жизни вообще, тут стоит ресторатор, нахуй, Оксимирон. Ты приехал, блядь, с Селенгинска и охуеваешь, типа, вообще... Вот. Нахуй Абдура, у меня из-за него сердце болит. Бля, кто такой Абдур, пацаны? Я думал, что это какое-то, типа, ну, японское, там, типа, Ябдур! Ябдур! Ну, типа, японцы как, типа... Даня Шостак, вот, Даня Шостак с нами. О, Даня Шостак, чё за пацан? Да я хуй знает, пидорас какой-то. Бля, я слышал. Ты понимаешь, что ты однозначно прошел? Бро, нет, я не понимаю, потому что были... чипы, которые выступили намного достойнее меня. Это я тебе говорю. Валерий Василиса Решетко, привет. Дол, бля, Жиза. Что, блядь, кто такой Ёбдул? Расскажите мне, пожалуйста. Вот народ, кто-нибудь из вас, из 12 человек, знает, блядь, кто такой Ёбдул? Я не представляю просто, на самом деле. Бля, давай, короче, 1000 человек просмотров, и Даня Шостак приезжает к нам. Короче, 1000 человек сейчас заходит в эфир, и я попадаю в команду ресторатора. Так, не рассказывай ему. Так, значит, Соня, ты знаешь, что такое Ёбдул, да? Это тебе, если что, это не тебе, если что, Микси.
Что не мне? Ты личность в остальные одинаковые, половин как минимум. Да бля, ты что прибедняешься? Вот, о, Леня, так... здорово, Леня тут. Бля, на самом деле... Например, кто лучше? Ну, блядь, мне понравилось, как из всех... Короче, сектор выступил пиздато. У Казанского были неплохие места. Потом, ну, однозначно, PM с Вити Бови, это вообще, блядь, просто батл охуевший, мне реально. Парагрин. Ну да, это было неплохо, типа, для того, что он, в принципе, делал, но я думаю, что этот чувак может лучше. Вот, еще кто мне... Ну, Витя Бови с PM, это вообще пиздец охуевший батл. Ну, кстати, вот Джо Макконнелл, мой противник, кстати, третий раунд у него про, там, про нациков, про всю эту хуйню, про нигеров. Это было прикольно. Саяна, привет. Бля, да, а что, уже 15 да. человек? Было 15, уже стало 12. До 20-ки немножечко не хватает. Да-да-да. И с каждым разом все больше и больше. Так, я, а там еще осталось? Да? Ну, я не знаю. Ну, пойдем налево. Пойдем покурим? Да, пойдем покурим еще. Когда новости будут, кто прошел? Насколько мне известно, результаты по тому, кто прошел в сезон, будут известны в пятницу. Но это еще не факт, но вероятность того есть. Вот, и поэтому я очень надеюсь, что все... Мадафака, понимаешь, какая нахуй мазафака? Какая нахуй мазафака, блядь? Мазафака это когда, блядь, Слипкнот выходит, слэмится. Вот это в натуре мазафака. Мы доливаем последние капли вина. Так, Skate for Jenner. Когда новости будут, то прошел, это я уже читал. Perfect, привет. Всем привет. Пацаны, вас 14 человек, я вам еще раз повторяю, блядь. Набирается двадцатка, и я нахуй ебашу лайвом трек свой новый, понимаете? Это же пиздец, нахуй. Request to be for video. Ты мне видос какой-то отправил? Это все вино, которое осталось? Да, у тебя там еще. Набирается, и мы, блядь, идем батлить соседей, нахуй. О, Рита, привет. Всем салам. Своим стомские типы, которые приходят. У нас, короче, уже темно. Я вам покажу вот так вот. Бля, у них темнее, братан. У них как минимум на 4 часа темнее. Вы посмотрите, какой вид! Привет от Джуковой. Джука, привет. Здорово. Джукова, привет. Здорово. Саше тоже привет. Здорово. Это что? Это кто? Это Леня. Леня, я с тобой пытаюсь сконнектиться. Ты давай лайвом любой трек, я все равно не слышал. И я вам говорю, ребят, 20 человек, и я ебашу лайвом трек. Леня, здорово. Здорово. Какой ты трек там собрался ебашить? Да, есть один у меня, короче, на примете. Че ты его вчера не зачитал? Вчера? Ну. Так ты его уже слышал, я тебе его показывал в маршрутке. А который ты скидывал? Нет, который мы слушали в автобусе. Ну, который в инсте еще есть, да? Да. Ну. Ебать, я так заебался. Только с работы приехал. Только что? Только, ну вот, ебать. Буквально сейчас заехал. Нормально. Блять, прикинь, проебал свой инструмент. А что за гость? Гость этот, короче, Лёня, он тоже с Бурятии, как и я. Ебать. Давай трек Джарахов, Долоревен. О, я, о, все вижу. Сейчас, слышь, Макс. Ау. Сейчас жди, я кое-что сделаю по угараю. Давай. Ну ты сам понял, что я хочу сделать. Янг Бидло, привет, Янг Бидло. Бля, мне просто интересно, короче, вот поймать тот момент, когда будет у меня сотня людей, короче, смотреть. Да ебать, когда Сокси трек запишешь, тогда и будет, ебать, пару штукарей. Ну, блядь, я не знаю, посмотрим. Да, бля, братан, первый день, пиздец. Ну, типа, сегодня только батл вышел. Ну, да. Еще рановато. Ну, 14 человек, это уже, мне кажется, типа. Смартхула, привет, Смартхула, Константин Перевалов, о, Костя, привет. Волков 15, здорово.
человек у нас знакомых больше в Питере, чем у тебя сейчас. Пацаны, до двадцатки не хватает 5 человек. 5 человек заходит, и я читаю левом трек. Да ты давай похуй, сейчас начинай. Нет, я уже пообещал ребятам, что если будет 20 человек, то мы начинаем. Вот, а если 30 человек, то мы батлим соседа, понимаете? Я выхожу просто соседу и ору ему: «Я твой страх!» А если 40? Если 40, блядь, ну это уже пиздец. Здорово, пацаны, здорово, пацан. Здорово. Вы лучшие. Подешевле. Вы лучшие. Подешевле. Да, мы лучшие. Будешь сохранять эфир, я минут 20 пропустил. Короче, смотри. Эфир я не знаю, как сохраняется, поэтому я хуй знает, будет ли вообще такая хуйня. Да он у тебя так согласит. Ой, ту, блядь. Сам сохранится, короче. Ты что, плюхи раскуриваешь? Ну, естественно. Бляшкин, сука, ты хули там, блядь, смайлики отправляешь, а паром нахуй? Ты тоже хочет? Не, паром не курит плюхи. А, да? На ночь такой, конечно, нахуй будет. Ну смотри, короче, сука, скажи, пожалуйста, свое имя, а то мне обращаться к тебе, сука. Ну, это кто вообще? Очень... Это человек, который ты, следит за... Ты вот из 15 имя. Человек хоть кого-нибудь знаешь? Да, я знаю из 15 человек много кого. Я знаю Софию, я знаю Андрюшу Бунина, тебя знаю, Риту, Варю, Брудю, Костю Перевалова знаю. Короче, всех. Короче, все мои дочки собрались тут. Чисто популярно. Да-да, чисто просто братушки собрались посмотреть, что я делаю. А кто такая, сука, ты не выяснилась? Я вот спрашиваю у нее: сука, как твое имя? Потому что обращается к тебе как сука, я не знаю, но мне как-то не особо по кайфу. Вот, и... Блять, ну понимаете, 12 человек уже, все, осталось 8. Это пиздец, немножечко совсем осталось. Ну, ребята, скидывайте. Да я тебе говорил, надо было сразу читать. Ну, сразу бы долго. Сразу бы зачитал Макс, и, блядь, больше бы народу присоединилось. И говорю, блядь. Ладно, давай, Рита, спокойной ночи. Рите завтра на учебу. Сука, ебаш, демон. Дианон. Привыкай так обращаться, ты рэпер. Хорошо, сука. Йоу, сука. Просто ко всем подходишь, типа, сука. Здорово, сука. Здорово, сука. Не, ладно, Софи, ты не сука. Да и вот эта сука не сука, я думаю, она назвала бы свои, я бы к ней по имени пообращался. Чё, кого, Лёня-то, я думаю, завтра, ну, мы уже с тобой договорились, да? Засосал. Кто засосал? Засал. Да, конечно, слышь, ты... А, засал. Это, слышь, ты давай после работы ко мне приезжай сразу. Давай, давай, давай. Договорились. А ты-то когда на работу уходишь? В 11. Завтра. О, слышь, а что там по поводу футболочек? Ну, не знаю, посмотрим еще. Тут пока, короче... Пока люди тут есть, я думаю, все вопросы, которые касаются вируса, касаются моей работы, лучше не обсуждать. Я понял, понял. Сара? Тебя реально зовут Сара? Сара, Сара, сука. Коннор? Сара Коннор в натуре, бля, чувак, тут, короче, бля, терминатор. Тут уже и мои начали присоединяться. Привет всем Лениным чувакам. Да тут одна девочка знакомая. Ты чё ебашишься? Я вино пью. Сэро. Чистое вино? Да. А вино с колой прикололся пить. Портвейн с колой, ништяк, короче. Сэро. Баджо. <Бля. coughs> Ой, ебать. Показать, сколько у меня ещё есть? Давай. Не буду. Ах ты, сука. Опа, вы видели этот камень? Вы видели этот камушек? Вы видели этот камень? С улицы поднятый. Да. Что-то поднашли и забрали.
у пацанов. Я вчера, знаешь, сколько на хавчик потратил, ебать. Давай, сколько ты жрешь? Я вчера пятихатку вот с вами потратил. Потом приехал, дома взял 700, пошел до магаза, блядь, все потратил, нахуй. Купил себе шауху, чебупели всякие, блядь, йогурты всякие разные, нахуй. Короче, пиздец. Сегодня пиздец. Такое дело, типа, хули тут не потратится, если хочется. У меня вот с этими остатками, нахуй, денег вообще не останется. С остатками не останется денег. Это прикинь, сколько мне жрать надо, ебать. Оба, Антоша Харитонов тут с нами. Здорово, Антоха. Это, короче, типа Селенгинского, мой братуха. Здорово. Сейчас бурятскую здесь гвардию соберем. Да, да, да. Так, ебать, с праздником же. Бля, День Победы. Да я хули прикинь, вот весь день в аэропорту был, там вообще праздник не чувствуется. Деды воевали. Угу. Спасибо деду хули за победу. Пацанов тоже. А чё с кем ты там рядом, Антоха? Кто там есть рядышком? Марк Уфит, Оксимирон, Фата Моргана. Прямо сейчас играет этот клип. Кстати, трек мне не очень сильно вкатил, но клип, блядь, просто бомбейший. Ты как, нигер? Тут что, все знакомые, что ли? Ну, большинство моих знакомых, да. Ты отморозок конченый, сука. Да, бля, это хули, это все эмоции, понимаешь, типа ты выходишь первый раз. Я вчера вообще ждал, ебать, вот пока выйдет, и, блядь, тебе... А у меня еще YouTube моросит, прикинь, мне надо вот либо через ссылку, либо вот, с ВК, короче, писи, смотри. Ага. Ебать, я так долго ждал, нахуй. В 2:00 ночи проснулся, вот от тебя сообщение, ебать, давай смотреть, короче. Ясно, как обычно, ясно. Покурил хули и начал смотреть. Вот я тащился-то. Это угар был вообще, да, это угар. Вообще, ебать. Суздаль, салам, Никита, салам, Колян, здорово всем своим пацанам, короче, салам алейкум. Селенгинск, вперед. Ты вот мне вчера про это говорил, то, что ты много западных этих смотрел, батл. Но. И все, Леха, здорово. Я услышал вас. В этом, в батле, короче, услышал, вот, Оксимирон, по-моему, говорил то, что что-то похожее, говорит, на западный, агрессия, да, бля. Не агрессия, что-то. Мы делаем это дерьмо прямо сейчас, короче. Бруди, нахуй лайки мне отправляешь, сука, ты чё, охуел? Паромыч! Сука, паром! Сука, пародром, блядь, ебаный, нахуй, ты мне лайки отправляешь, ты чё, сука, блядь? Жестко. А спасибо, Антоха. Образ, типа, блядь. Жизнь орёт. Приходит в магазин, персонаж. Блядь. Персонаж. Это, блядь, вообще персонаж, понимаете? Сейчас, короче, кириешки покупали, блядь. Где мои кириешки? Я тут как белая ворона. Да ладно, Сара, ты тут как обычно. Как своя, блядь. Ты тут как голубь, понимаешь? Такая хуйня. Голубь? Хуйс Блэкстар, эй. Ну, мне... Блять, смайлики. Чё за хуйня, Макс? Чё, кого? Чё ты не приехал? Ну, бля, по этим... Да там, короче, прикинь, я живу, жму лайк, и, короче, маленький паром в кружке летит вверх и превращается в сердечко. Сука! Ой, парадром, блядь. Вот ты стягаешь, нахуй. Горы мочит. Сейндед, привет, я не знаю, кто... Разъебашим дружбу, я тоже... Сейчас как лайками завалить, что ли? Да, давайте больше лайков. Не, завязывайте с лайками, ебать, виснет же. Не, слушайте его. Не слушайте его, больше лайков. Больше лайков. Блэк Панда, привет, Блэк Панда. Оп, приветик. Сара, как у тебя фамилия, мне интересно? Сара Коннор? Коннор. Нет, если напишешь сейчас Коннор, то понимаешь... Ебать, там лайков нахуярили. Вау, лайки поебашили. Сейндед, привет. Откуда ты, Сейндед? Мне интересно, что это вообще за человек.
кто сейчас меня смотрит. Send it. Ебать. Ну а сейчас классика играет, посмотрите. Йо, это дизайнер. Видели, да? Видели это дерьмо? Это нахуй, это я, бля, в прошлой жизни, понимаете, блядь. Это жестко. А где звук-то, ну? Че, не слышно, что ли, меня? А голова уже, ладно. Сейдет, говорю, откуда ты? Включи Крида или ЛДЖ. Бля, ну да, ЛДЖ и заебись. Включи Крида или ЛДЖ. ЛДЖ вообще красавчик, от души читает за жизнь, пацан. Вообще прям респект ему. Да. Видишь, Софь, с тебя уже орут мои подписчики, понимаешь? Из Тулы я. Бля, прикинь, меня в Туле смотрит, чувак. Сколько сейчас в Туле время? Я даже не знаю, где это. Это далеко от Москвы? Походу, да. Сука. Нахуй ты грызешь, ебать. Я, блядь, сейчас жрать. Услышь. Я сейчас пойду опять бабки потрачу. У нас столько же. Это типа Тула рядом с... Тула, чё, кого тут недалеко же, ебать. Да. Я не в курсе был. Ты рядом? Ну, в Тулу, по-моему, в Москву надо ехать. Короче, и всех 9 человек, которые сейчас присутствуют, я вам даю такой небольшой инсайт. Первый мой клип будет. Это, короче, будет аниме. Отвечаю. Ну, типа, я буду внутри аниме стоять, ебашиться там с всякими чуваками. Я уже это решил. Ты же вчера что-то другую тему задвигал. Какую? По-моему. Соня, ты спать? Я сразу все спать отправили, нахуй. Бля, ну прикольно, да, прикольно. Ебать. Если, Соня, ты спать, ты говоришь, что ты спать, и тебе желаю спокойной ночи, и ты идешь спать. Если нет, то, блядь, я хуй знаю. Не угорай. Вот на Соню подпишись, Леня, нормальная девочка. Да, можно. Да, да. Охуенно, будешь мочить аниме монстров под концептуальную рэпчагу. Не концептуальную, а жесткую рэпчагу, понимаешь? Я ебашу только жесткий рэп, нахуй. Пожелайте, пожалуйста, Соне спокойных снов. Да. Спокойных снов. Взаимные лайки, подписки, наверное, да. Видео с отбора твое видела. Охуенно сделал. Еще раз для тебя, потому что ты, видимо, не слушала мои первые... Ничего не хватает, пожелала. Короче, мне не понравился мой батл. Он был такой себе. Кого ты нахуй заебал, слышь? Да, бля, ну серьезно, ебано получилось. Третий раунд еще окей, типа, и во втором панч про шнурки хороший. Вот, ебано, а так это залупа ебаная. Что меня там не было. Спокойной ночи, Вай. А, ты пожелал, Соня, все понял. Соня, видишь, блядь, все мои подписчики, нахуй, желайте ебучих, нахуй, добрых снов. Так что, блядь, не надо мне говорить, что я зазнался. Варя, как у тебя... Все, погоди. Варя, как у тебя дела? Интересно. А что там за Б? А что за Б? Что за Б? Мишка П, привет. Хотя бы, говорит, подписчики у тебя нормальные. Она вообще троллит меня постоянно. Да, чё, почему? Не пишешь ли? Почему пишу? Вот именно, она издевается надо мной. Походу, кто-то из вас фонарь лепит.
Сара, что в смысле за Б? Проснулась пьяная, тебя смотрю. Бля, я тоже уже пьяный, на самом деле. Ну, не пьяный такой, типа, подвыпивший. Я тоже подвыпивший. И одна девочка нашла тебя через срач за Б нашли. Да не было никакого срача за Б. За Б нормальный тип, мне он нравится, как батлер. Смотрел его батлер. Все, по-моему. Ну вот. Ну, мы там просто порофлили, или что-то такую хуйню понесли. Слышь, кто такой за Б? Организатор площадки РБЛ. РБЛ, ну, типа, в один из топов батл в России. Короче, вот есть Versus. Вот, и на втором месте стоит РБЛ. Ну, РБЛ, я знаю. Слово, все, кто батлил на слово, пидорасы ебаные. Ладно, ну не все, кто батлил на слово, но у вас хуёвые батлы. Ты прикинь, слышь, сейчас кто-нибудь вот из этих, кто сейчас сидит, смотрит тебя. Привет, Джувис. Ау, да. Из всех, кто сидит, смотрит тебя, записывает, и тебя потом на баты нахуй вот за это что-нибудь скажут. Да я что-то тут нихуя вроде такого не говорил злого. Ну, что, Фанта такой. А где Квеш? Мы съели. Да? Мы съели кириешки. Ну, бля, ладно, пиздец. Короче, чуваки, коннект прошел нормально. Я понял, что в среднем 15 человек у меня бы теперь будет набираться. Но, сука, мне нужно, блядь, больше нахуй людей, блядь. Мне нужно, сука, блядь, больше людей, нахуй, тут, понимаете? Так что, на, блядь. Я не буду заводить батл, двое, блядь, стримы, нахуй, пока вы, блядь, не будете собираться большой толпой, нахуй. Все, давай, Леня. Давай, Леня, короче, доброй ночи. Всем доброй ночи. Давай, ну. У тебя есть девушка? Да, у меня есть девушка. Все, короче, ребят, всем доброй ночи. Давайте всем пока.